Жители поселка Совхозного Славянского района отметили День России с флагами и песнями. Подробности в нашем репортаже. В прибрежном сельском поселении немало талантливых людей, которые любят и умеют петь. Есть здесь и поклонники хорошей песни, которые собрались во дворе у многоквартирных домов, что на улице Агрономическая поселка Совхозного, чтобы принять активное участие во всероссийской акции. Заместитель главы прибрежного сельского поселения Ольга Печелиева поздравила жителей с государственным праздником. Жители прибрежного поселения талантливы. Все хотят спеть песни о России. И сегодня будут звучать песни о России, будут прославлять нашу Россию. Жители собрались на этот праздник. Все хотят спеть вместе. К этому выступлению артисты готовились с тем, чтобы порадовать собравшихся красивыми песнями и поднять им настроение. Ты моя душа, мой чад и сила. В праздничном мероприятии участвовали исполнители разных возрастов, как опытные, так и совсем еще юные. И у всех были свои положительные стороны. Поучаствовал в акции. Я очень люблю петь, и я надеюсь, что моя песня «Русский вальс» понравилась всем. Кульминацией праздника стало исполнение гимна Российской Федерации. Его торжественная мелодия никого не смогла оставить равнодушным. Зрители горячо аплодировали артистам и своим соседям, которые порадовали их своим песенным искусством. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».